Эту книгу он писал, когда пошел служить, записывал заметки, публиковал в Фейсбуке, и была его мечта издать эту книгу. Он собирал ее там постепенно, даже предисловие успел написать, но не успел ее издать. Та от, весело сказав мені знайомий, бач, кум недавно до мене приїхав, бухаємо від учора, а сьогодні раптом війна. Їдете? Спитав я. Так, попремо на село до нього. У мене там в сараї ще цілий бідон самогону, відгукнувся з посмішкою. Маленькі розказики, всі вони дуже різні такі. Вроде бы на разные сюжеты, есть веселые, страшные, раздумья, философские, диалоги, но из них всех складывается общая картина вот этой жизни, в которой он оказался. Выход, свист, прилет. Выход, свист, прилет. Весь цикл около 1,5-2 секунд. Надо успевать приседать, потом подниматься. Оно бы и хорошо не подниматься, оно так и тянет не подниматься. Но и так проморгаешь пехоту, и тогда точно труба. Мы знаем, что автора уже нет в живых, и это вызывает очень много эмоций.